Наш герой имеет действительно, мы сейчас об этом тоже посмотрим, широкие плечи и треугольную фигуру. Да? Треугольную фигуру, которая эти плечи, да, вот, ну, как бы вот, ну, так сказать, эффектно на себе держит. У нас у кого из типажей мужчин треугольная фигура? У натурала или у драматика? Кто мне подскажет? Треугольная фигура с широкими плечами. Это именно драматическая история. Высокие, так сказать, ну, высокие молодые люди с широкими плечами и такой конусообразный, да, так сказать, треугольной грудной клеткой. Если мы смотрим на натурала, он, в принципе, весь широкий, начиная от лица и заканчивая своим квадратным телосложением. И как раз на фоне драматика он не выглядит таким треугольным, потому что вот эта вот равномерная ширина, да, она, так сказать, выглядит совершенно иначе, нежели у нашего героя, когда и удлиненное лицо с соответствующими признаками, да, и треугольная форма грудной клетки. Поэтому аргумент в пользу натурала широкие плечи категорически не принимается.